дорогие мои зрители и подписчики канала, с вами снова Катя, и сегодня мы побегаем в игре Don't Starve. Наверное, все уже знают, что это за игра такая, умеют в нее играть. Я вот в нее наиграла, по-моему, часов 7, может быть, чуть больше, и всего-то. И максимум, что я смогла прожить в этой игре, это 10 суток. И вот недавно начала новую игру. Вот, за нового персонажа, который недавно у меня открылся, это... Ой, как ее звать, по-моему, зовут ее Венди, этого персонажа, и ее особенность в том, что у нее есть сестра-близнец-призрак. Как это не смешно. Вот. Правда, как активировать эту сестру, хрен его знает на самом деле, поэтому она у меня вот в инвентаре как валяется, так и валяется. И не знаю я, что с ней делать надо. Так. Ага. Подбираем. Так, что мне вообще... Куда мне надо? Ну, давайте просто чуть вниз сходим. Так, пособираем всякие плюшки еще. Так, молния, блин, молния — это плохо. Это молния — это вообще очень плохо здесь. Я надеюсь, она нам... Так, вырыть могилу? Ну, давайте. Что это такое? Поддельный казу. Я не знаю, что это такое. Ну, давайте дальше будем рыть могилы. Это очень тупо, сплавленные шарики. Это очень тупо... копать могилы, но мы будем их копать, потому что мы можем. Так, это что такое? Перепутанные пуговицы. Перепутанные пуговицы для перепутанной жизни. Гениально просто. Просто гениально. Возьму-ка я копье. Я его тут как-то ненароком нашла. Просто оно валялось вот здесь вот где-то вот. Я думаю, а чё оно здесь валяется? А дай, думаю, подберу. А мне оно будет пополезнее, чем тот, кто его бросил, чем тому, кто ее бросил. Так что вот таким вот образом нехитрым я и забрала себе копье. Да. Так, я не знаю, зачем я иду вниз. Думала бы, наверное, пойти в сторону, но ладно, давайте пойдем вниз. Так, этих камней у меня уже ого-го сколько. А вот золото я бы чуть-чуть себе понабрала. Ягодки! Я вижу ягодки! Я вижу ягодки! Давайте даже мы вот так вот сделаем. Да, я сопру себе этот самый цветочный... Опа, кто у нас тут есть? А у нас здесь есть птица. Ага, и можно потырить ее, ее яйцо. Но я не буду этого делать. Ну, по крайней мере, не сейчас. Чё мне она вот сейчас-то нужна? Собери мне. Собери, женщина. В смысле, девочка. Господи, какая женщина? Это ж мы за девочку играем здесь. За девочку. Так. Ну, давайте пойдем вот сюда куда-нибудь. О! О, что нашла-то? Ловушка. Спасибо. Бедная скелетина, один из наших предшественников, явно. Но ему не повезло. Я ему в этом сочувствую очень сильно. Да, так уж получилось, что инвентарь у меня теперь забит. Благодаря тому, что мы нашли в могилах. Вот. Найти бы здесь хотя бы один алтарь, чтобы его восстановить. И чтобы мы там зареспаунились, если вдруг умрем. Потому что вот этот вот персонаж, эта девочка, она в ближнем бою очень слаба, просто катастрофически. И мне бы хотелось иметь хоть какой-нибудь путь для отступления, а именно алтарь. Для тех, кто в танке, в этой игре существует система алтарей, на которых ты респаунишься после смерти. Но проблема в том, что эти чертовы алтари еще бы найти надо. Так, сейчас сделаю крюк и вернусь домой, наверное. О, только говорила про алтари, и вот один мы с вами нашли. Давайте.
Все, здесь мы с вами зареспаунимся, когда умрем. Уже даже не если умрем, а когда умрем. Потому что здесь смерть это, в общем-то, не самое такое далекое от нас событие. Тут умереть можно, в общем-то, от всего. Но, по крайней мере, вот за эти первые 5 дней мне удавалось как-то выжить. Еще одна могила есть. Ну, давайте рискнем. Это какая-то ракета. Ну, давайте я ее просто донесу с собой вот так вот в руках. Так, мне надо просто переть все время по диагонали наверх. Надо, наверное, будет собрать второй сундук, в которых я буду складывать всю вот эту хренотень. Потому что я не знаю, зачем мне нужна эта ракета, я не знаю, зачем мне нужны сплавленные шарики, перепутанные пуговицы, зачем оно все это нужно, я не знаю. Мое скромное жилище. Так, что нам нужно для сундука? Нам нужно три деревянные доски. Хорошо. Сейчас сделаем. 2 и 3. Так, все, второй сундукин ставим. Ну, давайте вот сюда, например. Так. И что мы сложим? Мы сложим в этот сундук вот эти тут дурацкие непонятные пуговицы. Я не знаю, зачем они. Вот это вот, я не знаю, что это. Так, маленькая ракета. И, наверное, это все, да? Так, в этот сундук мы сложим золотой самородок. Так. Давайте. В смысле, я не могу этого сделать? Как это ты не можешь? Давай посади здесь, наверное. Можно же здесь? Можно. Только второй сун этот самый... Господи, второй куст потерялся. Это печаль. А, вот он. Не, нормально, не потерялся. Все хорошо. Давай, сади его рядом с первым. Так. Шишки. Надо посадить чуток шишек. Я решила себе здесь посадить рядом мою собственную, скажем так, собственную рощу. Так, надо поесть. Угу, хорошо. Приготовим еще ягодок. Я понимаю, что у меня еда заканчивается. У меня осталось всего 19 морковок. Это не есть хорошо. Так, куст травы. Ну, давайте его тоже где-нибудь здесь посадим. Не знаю, где-нибудь. Вот тут, например. В смысле я не могу этого сделать? Можешь, давай, сади. Выпендривается она мне тут. Так, шишки мы потом посадим. Так. Мы положим сюда камешки. Так. Это мы сделаем вот так. Это мы сделаем вот так. Еще бы хорошо иметь неприкосновенный запас дерева. Было бы вообще отличнейше просто. Но, к сожалению, у меня его пока что нет. Здравствуй, новый день, как говорится. Здравствуй, новый день. И сегодня мы с вами пойдем вот чуток вот сюда вправо, наверное. А потом исследуем вот этот вот кусочек локации. Но для начала мы пойдем просто вправо. Так, бери. Да, бери. Я, если честно, не понимаю, как можно активировать сестру. Что-то вот я бросаю этот чертов цветок, и нифига не получается. Я не знаю, в общем, короче, как это делать. Я не знаю, поэтому я буду без сестры ходить. Хотя она очень полезная в том плане, что агрит на себя всех врагов. И, в принципе, она неплохо им дамажит. Вот. И в основном получается так, что враги нападают в основном именно на сестру. Как я уже сказала, я повторяюсь, да, я повторяюсь. В общем, короче, с Абигейл проще, чем без Абигейл. Так, ага. О, что нашла? Ага. Прикольно, просто так валяется золотой самородок. Это забавно. Так, мне бы собрать цветочков на новый венок. Так, здесь я почти была. Ну ладно, давайте просто чуть вниз спустимся. Надо выбросить этот венок, потому что он не очень так. Так,
А, это я собрала этот алтарь прошлой ночью, скажем так. А что у нас находится здесь? А здесь у нас нет ничего, да? В общем-то, да, только ответвление от дороги. Все, тогда можем спуститься еще чуть по карте вниз. А, это я раскопала ее вчера, эту могилу, да, я так понимаю? Так, лопату мы кладем вот сюда. И давай выкопай мне этот кусочек дерева. Пенек. Тик. А, не, все-таки я в этот раз открою вот этот кусочек карты. Ну ладно, давайте. Так, мы нашли здесь червоточину. Это круто. Червоточина позволяет путешествовать по всяким местам. Но мы туда пока не пойдем. Нам там делать пока что нечего. Так, не то чтобы мне было нужно золото, но я его накоплю немножко, чтобы вот, скажем так, ушок было. Вот. Так. Ага, чуть-чуть повыше пройтись. Посмотреть, что тут ничего нету. Здесь есть кролик, круто. Кроликов можно ловить. Не то чтобы я хотела его сейчас поймать, этого кролика, но их можно ловить, да. Они с таким сумасшедшим криком от вас убегают всегда. Это просто что-то с чем-то. Какие-то очень истеричные здесь кролики. Я не знаю, стоит ли их есть. Может, у них и мясо какое-нибудь истеричное. Съешь его и становишься истеричкой. Не знаю, но это странно. Так, отлично. Сейчас еще чуть-чуть и вниз. Ой, мама! Не-н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 е! Нет! Нет, не надо на меня агриться. Птичка. Я... Не, мне... Фу, господи, я аж перепугалась от звуков, которые эта птица издавала. Так, у нас в этой игре есть еще ульи. Да, ульи. Очень неплохие, красивые ульи. И мы можем их разрушать, добывая соты. Можем ловить с помощью сачков пчел. Вот. Но я пока что не буду этого делать, потому что я временно без понятия, как делать сачок. Вот, как только я узнаю, как его делать. Так, я так понимаю, карта... Нет, карта на этом не заканчивается. Я что-то подумала, что заканчивается, но нифига подобного она не заканчивается. Отлично. Надо бы себе какую-нибудь шмотку бы сделать, чтобы рассудок поднимать, потому что рассудка у меня сейчас меньше, чем хотелось бы. Так, здесь карта заканчивается, да, отлично. А что у нас здесь такого новенького? Скоро все, хватит тьмы, я должна подготовиться. Да, спокойно, все будет нормально. Я с тобой. Я с тобой, дорогуша, я с тобой. Только не говорите мне, что здесь реально карта закончится. Да. Угу, отлично. Отлично. Да. Опять этот алтарь, мы до него снова дошли. Придется сейчас вернуться. Вернуться в наше жилище, а потом уже, на следующий день идти куда-то вот сюда. Потому что я карты открыла совсем чуточку. Совсем-совсем чуточку. В принципе, есть смысл, может быть, даже спуститься в карстовые пещеры. Я недавно нашла вход в одну из таких. Но там просто очень стрёмно, и без факела туда идти, на самом деле, чревато последствиями. О, что нашла, что нашла, что нашла? Лопата. И тырим себе ягоды и эти самые кусты. Буду у себя там кусты сажать, цветочки выращивать. Так, осталось совсем немножечко добежать до дома уже. Так, ага. Еще один кустик, отлично. Чем больше кустиков, тем лучше. Потому что со временем на кустиках появляются новые ягоды. И это, конечно же, очень даже неплохо, я считаю. Так, сажаем. Сажаем и сажаем. Да, вот так.
Все, в общем-то, у меня так очень даже неплохо, должна сказать. Я тут обустроилась прям хорошо. Единственная будет большая проблема, если тут однажды появятся волки. Волки — это не есть хорошо в этой игре. Как и, в принципе, в любой другой игре, волки — это не есть хорошо. Но здесь особенно они плохо, потому что они очень сильно дамажат, и они очень противные, вредные, и вообще очень страшные и стрёмные. А я не умею с ними драться. Ну вот я не разбираюсь. Давай, Абигейл, давай будем вкладываться в экологию нашего с тобой мира, в котором мы с тобой живем. Все, наконец-то последняя шишка, и надо срубить вот эту вот елку. Так, скоро уже ночь наступит. Мне пришло сообщение ВКонтакте. Но ничего страшного. Я думаю, 2 секундочки буквально человечек подождет, когда я пока серию закончу. И надо все эти морковки уже приготовить. А то они уже не очень. Так, все. А это мы сейчас съедим. Учитывая, что морковки очень неплохо восстанавливают голод. Прям очень-очень неплохо. Так, это мы все сюда складываем. Так, что бы мне... Что бы мне такого надо? Конструкция, стена из травы. Из науки у меня, в принципе, все есть. Жезлопоиска только нету, но зачем он мне нужен, я не вполне понимаю. Так, выживание. Что тут открывается? Термальный камень защитит от перепада температур. Ну, пока что мне это не нужно. Так, ловушка для птиц, компас, свиной мешок, лечебная мазь, медовый бинт, спальник. Так, вот мне бы сушилку, но нужен древесный уголь. Вот это вот бы мне все. Но у меня нету ресурсов на это все дело, к сожалению. Так, скушаем еще одну морковку. И сегодня, как я и сказала, мы пойдем вниз по карте. Прям вниз-вниз. Опаньки. Что я нашла? Не подбирайте с пола всякую гадость. Ладно, давайте попробуем вскопать эту могилу. Что это такое? Еще одни сплавленные шарики. Давайте еще. О! Рубин. Хе-хе-хе. Рубин — это круто. Рубин — это клево. Не то чтобы мне нужен был рубин. Блин, зачем я это сделала? Я не буду подбирать этот куст, я не хочу его таскать с собой. Так, ага, все время надо идти вниз. Все время вниз. Все вниз и вниз. Все вниз и вниз. Все вниз и вниз и вниз и вниз. Я вот думаю, может попробовать завалить вот эту птицу? Но единственный смысл. Смысл ее валить сейчас. У меня еще 13 морковок. Есть, в общем-то, есть что. И, наверное, в этом все-таки нет смысла. Наверное, я не буду ее пока что убивать. А просто пройду куда-нибудь вот сюда. Так, золото здесь еще дохренище. Отлично. Это меня очень радует, что здесь много золота. Мне хватит на все мои запросы, которые могут тут ненароком, знаете ли, появиться. У нас здесь кролики. Мне нужно 2 кролика. Знаете ли, чтобы сделать себе наушники, мне надо 2 кролика. Вот. Давай, кроличек, лезь уже. Лезь. Ну, давай, 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 давай. Отлично. Спасибо, кролик. Кролик. Вот не люблю я вот этот лес. Что-то тут всегда очень страшно и стрёмно и печально. Так, схожу-ка я вниз. Господи, с этими звуками это просто ужас. Посидеешь так. Красный гриб. Нет, красный гриб нам сейчас не нужен. Потому что красный гриб, он снижает уровень здоровья. Вроде бы. О, еще один куст. Давайте, вот куст я себе стырю. Что-что, а куст я себе стащу. Я видела там еще одного кролика. Надо его поймать. Привет, моя рыбонька. Привет, мой сладкий кроличек. Иди сюда.
Иди сюда, мой зайчик, иди сюда. Опять не то. Опять сделала не то, что хотела. Кроличек, давай иди туда, куда я тебе хочу, чтобы ты пошел. Давай, давай, давай. Давай, совсем чуть-чуть осталось. Молодец, молодец, хороший кролик. Отлично, я могу сделать себе наушники, да? Ну, нужна научная машина. Хорошо, мы потом вернемся и сделаем. Так, хорошо. Опять пошел дурацкий дождь, который я не люблю. По крайней мере, в этой игре. В этой игре я дождь не люблю от слова совсем. Так, морковка. Давайте. Так, у меня сломалась лопата, надо скрафтить новую. Отлично. Просто отлично. У меня теперь есть, в принципе, запас еды небольшой. Так, я вижу еще кустик. Отличнейший. Просто шикински. Будем налаживать свое сельскохозяйственное производство здесь небольшое. Тем более, что кустиков здесь много. И это мне очень нравится. Нет, 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 просто подбери ягоды, женщина. Девушка, девочка. Так, в смысле ты не можешь больше унести? Так, подождите. Теперь можешь. Теперь ты можешь унести все. Все, что просят. Я тут недавно узнала, что... Так, скоро все, хватит тьма. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть в меня молния не попала. Обалдеть. Это было бы очень стрёмно, если бы она в меня попала. Прям очень-очень. Давай, беги, господи. У нас рассудок теряется. Сколько еще бежать? Так, мне надо сейчас направо. Давай, 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 беги, беги. Беги, дорогая, притопи. Надо поскорее до дома добраться и сделать себе что-нибудь из шмотки, чтобы ты не сходила с ума так быстро. А то что-то плоховастенько совсем. Абигейл готова поиграть, но ей нужно много места. Блин, я не понимаю вот этого вот. Тихо, 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 тихо. Блин, рассудок падает, падает рассудок. Какой ужас, как все плохо. Может, ее надо оставить на кладбище тут где-нибудь, чтобы она появилась, я не знаю, какой-нибудь в могилу ее бросить. Ладно, я все это как-нибудь потом проверю. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая-то там очень плохая живность, нехорошая. Ну ее нафиг. Так. Все, добралась до дома, отлично. Так, сажаем кусты. Я говорю, сажаем кусты. Да, дома все-таки хорошо. Так, и продолжаем сажать кусты. Так. Вот такие вот тут посадки сделаю. Лесополосу такую, в смысле, ну вы поняли, полосу из кустарников. Давай еще. И последний. Все. Так, дальше. Что я тут еще набрала? Всякую хренотень непонятную. Ага. Добавляем топливо. Так, сюда скидываем вот это вот нечто. Так, кремень. Камней я больше не набирала себе. Так, второй сундук. В него мы сбросим рубин. И в него мы сбросим еще одни шарики сплавленные, которые я не знаю, зачем они мне нужны. Так, и шмотоньку сделаем, наконец-таки. Соломенная шляпа я не хочу, я хочу себе наушники. Вот давай. Они, конечно, выглядят стремновато немножко. Ну, господи, боже мой, подумаешь. Так, надо посадить.
Надо это дело посадить. И вот это тоже посадить. Зря, конечно, но... Нет, наверное... Зачем я гнома подняла? Девочка, зачем ты подняла гнома? Гномы же милые, зачем ты их поднимаешь? Так, надо еды приготовить чуть-чуть. Так, хорошо. Теперь мы... О, а что, ночь уже закончилась? Отлично, ночь в этот раз короткая. Значит, начался какой-то, видимо, новый сезон. Раз ночь довольно короткая. Ну и давайте на этом мы пока что серию закончим. Потому что это такой просто... Просто небольшой пробег по игрушке. Никакое это не прохождение. Нет, не прохождение. Вот, так что на этом пока что все. Увидимся с вами в следующих других... В следующих других видео на канале. С вами была Катя. Всем спасибо за просмотр и всем пока.